Ну, я надеюсь, что мы с тобой не будут скупы, будут щедры и дадут мне все спецэффекты, которые я у них запрошу. Вот так вот. Может быть, не, я заранее извиняюсь, может, не совсем корректный вопрос. Как ты относишься к Джамале и вот... Спасибо, не говори! Я извиняюсь. Про uncomfortable questions? Да, да. Я заранее извиняюсь, вот. Что я знаю про слово «краймия»? Слово «краймия» — это на французском «мой край». Вообще, на самом деле, я вот ей недавно написала по поводу того, чтобы сделать совместную песню. Мне очень нравится Джамала, и я давно ее слушаю, мне нравятся ее песни, много из ее треков до сих пор у меня в плейлисте. Вот. И я надеюсь, что у нас что-то получится, мы должны вот скоро встретиться вместе, поджемить, что-то попридумывать, просто пообщаться. Вот. И я надеюсь, у нас получится какая-то очень крутая, эпичная песня. А с чего тогда, для чего была вот эта провокация, по твоему мнению? Она же просила не говорить на эту тему. Вот сейчас тебя все покусают. Я просто первый раз здесь. Аня, вот тоже такой вопрос. Она же просила меня обсуждать. У тебя аудитория есть, ну, и девочки, и мальчики, но тоже есть мужская аудитория. Как относится к этому Александр? Не ревнует ли? Я могу попросить ответить Александра на этот вопрос. Он немногословен. На самом деле все окей, когда у вас в отношениях есть доверие, когда вы друг друга любите и уверены прежде всего в себе, то не возникает таких вот ревностей или вопросов, как ревность, потому что вы чувствуете друг друга и чувствуете уверенность в друг друге. Поэтому он относится очень спокойно. Да, была. Иран. Я вообще не ожидала. И при всем при том, что это очень закрытая страна, и там, по-моему, какие-то даже очень большие проблемы с интернетом, но мне часто писали вот ребята из Ирана, что слушают в Иране Drunk Groove, им нравится певица Maruf, приезжайте к нам с концертом. Но, понятное дело, это невозможно. Это мусульманская страна, и там меня просто где-нибудь побьют за любой мой костюм. Даже за самый закрытый. Я бы была ученым, я бы занималась какими-то разработками, исследованиями. Мне это очень нравится, я планирую, на самом деле, когда я буду уже старенькой, в морщинках, некрасивой, я вот буду заниматься наукой обязательно. В косынке полюбленной. Да, я бы хотела собрать несколько раз подряд Madison Square Garden. Я думаю, это такой хороший показатель успешности артиста и мирового признания. Но я его соберу по любасу. Да. Давайте. Спою? Да. Да. И продолжим.